Всем здрасте. Такая вот у нас погода. Дождь. Уже третий день идет. Вчера в сообщество сбрасывали фотографию. Заказали 10 петушков. Мы вчера с такой оперативностью их обработали. Человек приехал, забрал молоденьких таких вот петушков. Есть ценители вот такого вот именно мяса, бульоны, лапша, супчики. Просто бомбовские получаются с таких вот цыплят. Оставил я таких, которые поменьше, покрупнее поубирал. Старался выбирать таких простяковых самых. Ну, где-то тушка получается кило, кило 200. Лучше, естественно, продать их сейчас, чем держать их еще не знаю сколько. Это куча корма, опять же. Поэтому выгоднее мне было продать так. И хорошо, что человек нашелся и забрал их. Так, старался оставлять вот юрловского вот этого, оставил вот этот, мне кажется, что тоже в таких длинных ногах, но почему-то он у меня чихает, не знаю, немножко он простудился, посмотрим за его поведением. А это одно яйцо попалось ливенской ситцевой, курочка будет. Ну, есть такие, которые немножечко отстающие, здесь все остались. Всех, те, которые покрупнее, я пересадил уже к курам. Сейчас покажу еще нижних. Вот эти. Помеси брам у нас тут в основном. И так как клетка сверху освободилась, я отсюда тоже переселил наверх. Их тут где-то 12, и там осталось 12 или 13. До этого я тоже несколько петушков убирал. Они у нас еще в морозилке. Эти тоже подросли, хоть они, насколько вы помните, были такие немножечко. Обиженные, наверное, правильно сказать. Но, тем не менее, вот растут, все нормально. Покажу вам сразу наших кроликов, как они подросли. Я их не рассоединял. Было 5, и один по непонятным причинам почему-то у нас отошел в мир иной. Не знаю, с чем это связано.
я косил траву, может какая-то где-то трава не та попалась, но не знаю, такого не было никогда, что вот так прям. Но они уже такие классные, крупнющие. Я их не разделяю, друзья, потому что если бы я заметил, что они друг друга там как-то сношают, или как это правильно сказать, то разделил бы. Пока таких наблюдений у меня нету, поэтому живут вместе. А когда я уже заберу отсюда цыплят всех, то посмотрим, кто здесь кто. Будем разделять. Возможно, где-то что-то я неправильно в этом плане делаю, но не знаю. Должно быть все нормально. А это вот так пошла наша люцерна после таких дождей. Полностью все взошло хорошо. Есть местами, конечно, какие-то такие пробельчики. Непонятно, с чем это связано. Ну а так, в принципе, люцерна шикарно взошла. Засадила я там еще на огороде. Ну, как просохнет, я вам все покажу. Все не успевается, не доходят руки до съемки видео. То на огороде были постоянно. Плюс куча времени уходит на хозяйство, в общем. Дождь — это хорошо, но болотяка, это, конечно, сложно, когда хозяйство куча. Все как бы так. Есть хорошие вольеры, там, где сапкой раз-раз-раз-раз-раз почистил быстренько и забыл, а есть не очень хорошие, я застилаю там большим слоем травы, потому что как-то весной еще покупать опилки уже как-то не хочется. Я кошу, у меня вот эта бензиновая такая косилка, бензокоса, кошу травы достаточно, вон выхожу и вниз огорода, и на тачке чик привез, засыпал, застелил, перетоптали, сверху еще засыпал там, где болото. Ну а по-другому как, почистить не получается. Даже если почистишь, я вывожу это все у нас вот там аж возле тех построек, такая куча, и там люди перегной собирают, потом трактор вывозит, продает его, мы туда все свозим, там вдалеке аж. Ну, так как у меня на этой дорожке болотяка, с этой тачкой, естественно, не проедешь. Я вот здесь вот все поубирал, почистил. Вот оно все на тачке. Здесь повычищал все. Здесь все чистенько. Тут пока сложил вот так в бок это все, потому что тачка уже заполнена. Поэтому вот так вот. Конечно, в планах есть. А ну тихо. Вот эту вот дорожку еще бы как-то бы хотя бы кирпичами как-то заложить. Я не знаю. Сделать себе именно под тачку. Потому что не вывезешь ни зимой, когда болото, снег, вот это все тает. И когда летом и весной дожди тоже не особо. Я как-то пытался, но чуть не сломал себе шею, не скрутил чуть. Птица не особо охотно выходит на улицу, естественно. Лучше пересидеть этот дождь в курятнике. Давненько я вам не показывал вот этих цыплят с индюшатами, которые выводились у меня в инкубаторе. Вот так они уже подросли.
Им где-то около месяца. Так что растут, все у них хорошо. Естественно, их бы уже бы на воздух перевести. Ну что, сейчас я поосвобождаю клетки. Закончатся эти дожди, и они уже пойдут на солнце, на воздух. Намного лучше им там будет, чем вот здесь вот в брудере. Но, тем не менее, они здесь себя очень хорошо чувствуют. В основном такие хохлатые, есть и лохмоногие, разные-разные бородатые. Так, они уже у нас есть, хотя сейчас буду их кормить. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и до новых встреч на просторах YouTube.